Каждая школа по-разному решает вопрос с ремонтом. Кто-то делает это на бюджетные средства, кто-то привлекает спонсоров. Первой гимназии же повезло. Она вошла в республиканскую программу капитального ремонта школ. Это позволило рабочим начать необходимый ремонт еще в феврале этого года. Напомню, что первая гимназия имеет богатую историю, тем самым являясь ценным объектом архитектуры. С 1999 года первая гимназия располагается в красивейшем трехэтажном здании, которое было построено еще в конце XIX века меценатами-купцами для духовного училища. Построенное почти век назад здание бывшей народной школы до сих пор не утратило своей красоты. Только необходимость в капитальном ремонте с каждым годом возникала все больше. Мы начали ремонт уже в феврале. Уже почти 100% вставлены, заменены окна. Идет монтаж электрической сети, тепловых сетей, идет монтаж туалеты, работают штукатурмалеры в столовой. Ну, в общем, по всему зданию идет ремонт, работают 33 специалиста. На сегодняшний день произведен уже колоссальный объем работы по ремонту школы, а впереди ее еще больше. Предстоят как наружные, так и внутренние отделочные работы. По словам директора гимназии Валентины Бондарцовой, специалисты фирмы «Грандстрой» делают все возможное, чтобы успеть закончить ремонт к 1 сентября. Но пока это кажется маловозможным.